Сегодня в первый день года вступили в силу изменения в законах. Так теперь можно вдвое сэкономить на оплате штрафа, если погасить задолженность в первые 20 дней. Начал действовать и закон, который уже называют правом на забвение в интернете. Любой может потребовать удалить данные о себе, доступные в поисковых системах, если докажет, что они не верны и наносят ему вред. Есть изменения в экономике. Малый бизнес освобождается от плановых проверок на 3 года. Исключение для фирм, работающих в сфере социальных услуг, медицины, образования. Также проверки останутся для компаний, работа которых связана с экологической безопасностью или гостайной.